Так, рыба подходит на прикорм. Рыба много. Опа, вот он. Угу. Есть. Хорош. Ну что, привет, друзья. Сегодня у нас 21 февраля. Глухозимие в самом разгаре. И мы решили выбраться на нашу маленькую речушку. Попробовать обловить маленькие приямочки. На улице шикарнейшая погода, плюс 3. Вот так вот я в одной кофточке. Спустились, конечно, к реке. Это жестко, буквально скатились. Снега по колено, выше даже по пояс. Вот, ну сейчас попробуем забуриться, поставить палаточку. Ну и посмотрим, что нам сегодня наша маленькая речушечка даст. Так что поехали. Начинаем нашу сегодняшнюю рыбалочку. Поехали. Так, ну что, друзья, жаркий февральский денечек у нас. И мы сегодня приехали за пискарем, чебачками. Ну, если повезет, может быть, хапнем и хариузочка, если найдем. В этой речке много также окуня. Попробуем, посмотрим. Речка небольшая, но достаточно перспективная. Рыба есть. Пискаря уже видели на камеру. Лед достаточно толстый. Сантиметров 40, наверное. Этот приямочек я знаю еще с осени. Сегодня у нас, как и в прошлой рыбалке на пискаря, будет такой вот клопик стоять. Короночкой. Ну и на других удочках у меня, ну это у меня остался чертик, это еще с Тайваня чертик. А вот здесь будет у нас, кстати говоря, просто обычная оснастка, грузик и мелкий крючок. Тоже здесь попробуем. Глубина небольшая, где-то метр ото льда. Течение здесь вот здесь вот идет струя со свалом и плавный переход в ямку, в приямочек, в котором мы уселись, в общем-то. О, вот поклевочка уже. Посмотрел камерой, рыба вся стоит на погранзоне, не на основной течке, а вот здесь прямо у берега, вот тут вот. Сейчас забурили, сюда палатку переставим, попробуем здесь, может быть получше будет, но и здесь тоже пару поклевок было уже. Сейчас попробуем прикормить мормышем немножечко, попробуем активизировать рыбку. Ну и прикормочки сейчас еще. Взял прикормку. Вот мормыш пошел. Ага. Все, сейчас рыба активизируется. Течение все равно есть. Есть. Еще один. Прям видно было, как подошел. Вот. Пошло дело. Сейчас мы еще прикормочки сыпанем. Ну, они ходят. Они не стоят прямо на месте, но
Так, течение у нас все равно отсюда, да, получается, идет. Если камера у нас так светит, сносит, мормыша бы желательно выше в лунку туда вот сыпануть. Сейчас пойдем, давайте сыпанем. Наверное, сразу сыпанем прикормки. Дунаев зимняя, вот такая готовая. Сделаем шлейф. Я просверлил, пробурил там вот выше еще лунку, чтобы шлейф весь шел вот так на нас. Ну вот лунка, еще одна. Глубина небольшая, поэтому мы сейчас вот так сделаем. Всего мормыша сюда сыпанем. Потому что того мормыша, скорее всего, всего снесло. Мотылечков подкинем. Горсточку. Модуль побыстрее упадет. Ну и прикормки сейчас. Сделаем пару камешков. Она готова уже. Но все равно. Чтоб побыстрее на дно упала. Так вот. Раз. Мормыш пошел. Мормыш летит. Взвесь прикорма появилась у нас. Здесь мы соблазним рыбу. Закормили вообще конкретно. Наверное, сейчас еще вот в эту лунку в нашу, где у нас мормышка. Тоже камешек один. Кинем прикормки. Небольшой вот такой вот. Швырнем. Посмотрим. Ага, вот он упал. Рыба голодная, ей сейчас бы надо похавать. Сразу вон рыба подходит. Вот она подошла. Вот она подошла. Есть. Ну, небольшие. Таких мы, конечно, будем отпускать. Вот сюда. Вот у нас кто-то на дне там трется. Аккуратно берет. Так, рыба подошла. Рыба много. Опа. Вот он. Есть. Хорош. Хороший. Ну вот, прикормили и пошло дело. Рыба подошла, заинтересовалась. Покрупнее подошли. Окунь, окунь. Окунь подошел тоже. Заинтересовался. Вот что тебе надо брать, а не грузик. Так вот. Окунь с плавником с поднятым. Нравится ему. Заинтересовался, что это за штука такая.
все там вообще прям туса конкретно началась внизу. Ну вот, рыб прикормили. Себя тоже нужно немножечко прикормить. Сейчас перекусим, пока рыба гуляет там где-то в ямке. Ну и попробуем повыманивать ее. Сразу мотыль я поставил. Сразу поймал. У нас есть еще творог. Можно прикормить творогом. Это хариузовая такая тема. Хариус на творог хорошо идет. Сейчас посмотрим. Так, вон он падает. Посмотрим, как он здесь. Вот он. Вот он, творог упал у нас. Так, пошел. И здесь у нас он. Вот он падает. С той стороны камня все падает. Ну ладно. Творог это такое больше хариузовая тема. Хариуса творогом зимой прикармливают. Ну, посмотрим, как отреагируют на это наши ребята чебачковые. Пока что в этой акватории у нас глухо. Так, ну тогда пойдем по лункам пройдемся, которые мы бурили. Ни хрена себе. Вот это пискаряка. Вот это пискарь взял. Пискарище целый. Поймали сейчас просто. Ходили пробовать. Поймали вот пискарика. Хороший пискарян такой. Пискаря Андрея взяли. Итак, ну что, друзья. Вот такая вот вылазка у нас импровизированная получилась. Половили немножко рыбки. Поснимали под водой, как рыба себя ведет в глухозиме, покормили. Ну и в общем, на сегодня все. Впереди нас ждет еще очень много поездок. Весенний сезон, март на подходе. Следите за новостями, подписывайтесь. Все, всем пока. Ебать, не выбираться нахуй. Ебнуться, блядь.